You poor thing. Fine. This is so boring. Hello? How wonderful to see you. Nice and clean, just like you taught me. I bet your kids are ugly. It appears. Exceptions. The enemy of eternity. You wish to make yourself my enemy? I am your path, the everlasting law, the guardian of eternity. Дядьку бы не дали. Бабушку я уже хоронила. Мать, нельзя мне еще диплом писать. Я сдала экзамен. Я поехала домой. Я говорю: пап, прости, я сказала, что ты умер. На что мне отец говорит: если тебе помогают, каждый день так говори. В универе попросили принести доказательства. Мы ничего с отцом не придумали лучше и поехали покупать ему свидетельство о смерти. Но оно еще тогда стоило
20 тысяч рублей. У меня отец, когда узнал, он так пищал. Сколько? 20? Давай я реально умру. Вон машина едет, толкай. Самое сложное для нас было выбрать дату смерти отцу. Давай зимой. Он говорит, ага, все подумают, что я напился и замерз. Давай летом. Все подумают, что я напился и утонул. Я думаю, может, ты пить меньше будешь просто. За подделку документов дается максимальный срок 5 лет. Мне отец тогда сказал, это тебя посадят, я-то умер.